Ай-яй-яй, я резко сейчас... поворачивается и отворачивается назад. Вот так, вот так. Оп. Ребята, в этом ролике мы разыграем Гаррис мод. Все, что нужно сделать, написать любой комментарий, подписаться и поставить лайк. А победителя вы сейчас видите на своих экранах. Напиши мне в Дискорде, в Телеграме или ВКонтакте и забирай свою игрушку. Всем удачи! И всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, Енот, King on Fire, плагин. Пацаны, скажите крутые слова. Боба. Сегодня мы играем в Roblox. Режим называется «Игра кальмары». 175 на сервере, а в саму игру можно до 100 человек. Представляете, сколько людей играет сейчас на сервере? Если пейте, кушайте, приятного аппетита. О, офигеть, наконец-то, ребята, я поиграю в эту игру. Так. Здесь обучение на английском. Ты проходил? Да, я уже несколько боев поиграл, но все проиграл из-за того, что первый раз играл. А чем сложно? Уже выигрывал. Здесь, да, здесь под конец. Если не понять, то уже сразу, да, все, ты сдох. Ого, как быстро надо! Обязательно слушай. Офигеть! У игроков сразу вышло. Круто, круто. Мочат всех. Ого, как сложно. Ребята, ага. офигенно. Ну, напишите в комментариях, пройду я или нет. Она будет все быстрее. Блин, класс. Все, я прошел. Я прошел, все, да. Идеально. Все, замечательно. Мы выжили. Блин, а будет сложнее, да, потом? Да, лучше сейчас не выходи за красную линию. Все, я не буду, я не буду. Давайте посмотрим просто, как вообще будут люди сейчас умирать. Ты смотри, где там вообще есть кто-то очень далеко. Да. Боятся, да, очень сильно. И то, видишь, цикает. Я видел, что много начали двигаться. Ну что, ребята. Надо хороший пинг еще иметь. Вот, первого лица ж можно играть. О, от первого лица тоже классно, кстати. Необычно так. Так, прошли все. Будет... На втором испытании сливается почти половина. Да. Если 5 попыток просрешь, то все. Блин, мне стрёмно уже, пацаны. Или легко будет? Нажимаешь ровно на контр. Нажимаешь, чтобы получить печеньку. У меня треугольник. У меня зонтик. О, зонтик немножко сложноват. А сейчас уже треугольник. А, значит. Надо вот так прям вообще четко. Да, надо прям по контуру. Вот прям такие границы сделали маленькие. Или ты видишь толстую зеленую, ты можешь по ней ходить. Ага. Вот, все, я вырезал. Только еще секунд. Так, время идет. Что за. А следующие какие будут Ё-моё. Следующее будет не так сложно. Да? Все, у меня выпал зонтик, и я его вырезал. Блин, пацаны. Дима, давай. 25. Пацаны. Да ё-моё. Да вот почему так сложно? Попробуем наоборот. Вот, я тут да что за... Да ёшкин матрёшкин, блин. Да зонтик там какая-то такая... Вот когда справа надо было проводить, у меня начала рука почему-то от страха дрожать. А вот. А я когда круг вырезал, у меня так же... Ребята, попытка номер 2. Надеюсь, сейчас у нас все получится. Чтобы поехали. Пройти. Ой-ой-ой-ой, чуть не умер. Ой, сколько людей подстреливало. Жесть. Ай-яй-яй-яй-яй, вот это обманка была, да, та сейчас, пацаны? Да. Прям сильно вообще обманочка. Ай-яй-яй, я сейчас... Поворачивается и отворачивается назад. Вот так, ох ты, кто? Вот это сейчас тяжелее, уже, мне кажется. В этот раз было легче. Мне кажется, уже половина отсеялась. Да. Ой-ой-ой, сейчас умру, наверное, нет. Там прям доли секунды, надо успеть останавливаться. Да, как загорается красный, все, отпускаешь. И тебе дают там пару секунд фора. Ага.
Ой, чуть-чуть не хватило. А я забежал за красную, когда уже был гудок. Ну, как бы должен был проиграть. Но я выиграл. Я тоже выиграл, Дима. Фух, ребята, это было очень прикольно. В этот раз было потяжелее. В первый раз сложнее. Ой, легче было намного. Смотри, сколько там впереди трупов. Давайте будем смотреть, как будут всех расстреливать. Это очень же круто. Есть. Ой-ой-ой-ой, я видел, как прям пошевелились некоторые. Все, все добежали, пацаны, или нет? Не, вон из наших, да. Половина, правда, сдохла. Понял. Ух ты, прям тут пристрелили чувака рядышком. Ну, ох ты, обманочка. Жалко, жалко Фэра, человека. Кингафера, походу, застрелили. Да? Кингафера застрелили. Ну что ж. Или он где-то там. Ой, я чувака вижу... убили. А, они, а вот он, Кингафера, живой. Ай, слишком много таких. Девочка, еще бы чуть-чуть бы и проиграла. Ой-ой-ой, обманочка. Ну, прошла. Это было хорошо. А там еще двое. Еще двое, да? А нет. А нет. Они как-то все странно, да? Вроде некоторые стоят, а в итоге все равно они как бы проигравшие. Или это просто моделька и зависла. Да-да-да, может такое быть, такое может. Вот если Димас выбудет круг, то ему довольно будет сложно. Блин, ну я сейчас хочу пройти печеньки. Просто время сколько вообще дается? Минута. А, блин, я поспешно, надо было медленнее просто делать. В самом сериале давали 10 минут. Или, а нет, полчаса давали. Да? Да, в самой игре кальмары в сериале. В оригинале, короче. Да, там карамельные печеньки тебе надо было вырезать. Иголочкой. Иголкой, да, иголкой. Так. Хоть бы мне выпал треугольник. Треугольник прям... Знаешь, что я сейчас сделаю? Я сейчас, когда буду проходить, я сделаю... сенсу мыши на минимум. Кнопки здесь понажимаю. Ну, у меня... так сделай. Да, у меня просто хватило. Большая сенса стоит. Сейчас мы сразу это сделаем. Вот, смотрите, теперь мышка вообще еле-еле двигается, хотя я по коврику ее прям вожу сильно. Все, ребятушки, сейчас должно что-то случиться. Так, и у меня треугольник. Все, и у меня треугольник, отлично. Ну, сработала тактика на дурачку. Да. Дураку везет. Мне зонтик выпал. Да? Ну, давай, ты же смог его пройти, и еще раз пройдешь. А что, он уже проходил, да, зонтик он? Да, ну, я уже да он до этого, когда тебя застрелили, он прошел. Ага. Зонтик как раз. Я все. Ребята, я прошел, я прошел! Все, так. Много, и кто там? А, Кингафер застрелили. Да? Да что ж такое? Все, я прошел. А что делать? Можно теперь просто по карте ходить, кто прошел? Да, ждем. А. Фух, я боюсь. Ребята, возле этих челиков бегать. Печеньки, того приятного аппетита. Пацан, это тиканье, оно так немножко наш напрягает. Ты чё хотел? Ну, все как должно быть. После этого я хочу теперь посмотреть этот сериал. Там 9 серий по часу, там есть некоторые по полчаса. Ну, они прикольные, да? Второй сезон есть. Да. Да, и второй еще. Какая игра у нас, считай. Так, ну что? У нас может разные команды попасть. Блин, пацаны, это печально. Поэтому ну что, как раз проверим, кто из нас лучше играет. Если мы попадем. Побежали сюда, посмотрим, что здесь. А может будем в одной команде? Ну да, я когда играл, постоянно попадал. Ой, я вижу чумного. А я в чумной команде. В чумной команде, да? А я, наверное, против вас. Нет. Я с вами, пацаны. Так, когда кликать надо? Когда S будет, когда выше S. Видишь, когда синий будет? Так, понял. Выше S. Мы проигрываем. А не выигрываем, наоборот. Отлично. Старайся делать 40. О, мы почти выиграли. Еще чуть-чуть. Все, мне 30-ка выпала. Ты вообще мощный. Офигеть. Мне тоже 30-ка выпала. Победили. Мы вообще на изично, получается, 9. Та команда полностью проиграла? Да. Да, офигеть, осталось еще меньше. Сейчас так, рассказывай за шарики. Да, что за эти шарики, рассказывай. А, смотри, ты должен как можно дальше вытянуть зеленую стрелочку, так. Нажать левую кнопку мыши, чтобы зафиксировать, и нажать пуш. И ты должен это сделать за 10 секунд, либо тебя застрелят. Нифига себе. Кто больше шариков вытолкнет за поле, тот выиграл. А это тяжелее, ну, там тоже надо тайминг нет, подбирать? Нет, это просто, ну, тебе надо просто будет там на логику. Это как бильярд. Как бильярд, да. Надо понял. Вытолкнуть. Там надо в лунке, а тебе надо просто за поле. Ща, прошу. Шарики. Я один. Ах ты ж. Ты выиграл, да, получается? Да, я не участвовал.
Да ты хитрый жук. А если какой-то девкой? Так, блин, я не понимаю, что делать. Толкай шарик. Сейчас она ходит сейчас, и она сейчас бросит ей шарик. Ага. Ну, вот я бросила. Теперь тебе нужно себе вытолкнуть какой-то шарик. А как целиться? А там у стрелочки у тебя будет зеленая такая линия. И так ты можешь прицелиться. А потом нажимаешь там... О, Дима! Игли. А может из-за того, что было, что я от первого лица себе включил? Да, может. Да, может. Я от первого лица включил. Потому что человек ходил и загораживал мне камеру. А кто же этот человек был, кто загораживал мне камеру? М? Может, чумной? Наверное, да. Спасибо тебе, ты мне как всегда помог. Если вам понравилась эта серия и этот режим в Роблоксе, ставьте палец вверх, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и посмотрите мои ролики еще.